всех приветствую. Съездил я еще раз на храпящие скалы. Провел там интересное наблюдение. Возле камня компас развернулся на 360 градусов. В данный момент у меня лист, не знаю какого металла, и жесть, в общем, из какого металла понятия не имею, еще один, и там дерево, тут сзади за листом стоит металлический трансформатор, ну с медью медь не реагирует, так, поэтому давайте посмотрим, что получится. Так, север у нас в данный момент вот так показывает. Немножко вроде как бы неправильно, не могу понять, почему он неправильно показывает. Вообще север где-то вот примерно вот так. На что сейчас влияет? Так, непонятно. Ну, вроде как бы неправильно показывает, но неважно. В общем, 360 градусов на камне было. Развернулся у меня компас. И я пытаюсь это повторить с помощью металлов. В общем, так, ровно держу. Подносим, он чуть-чуть начинает на меня отклоняться. Тут он почему-то в другую сторону повернулся, непонятно почему. Тут он возвращается немножко. Так, на соединении. Заколебался. Теперь он еще сильнее поворачивается на восток, теперь уже на юг, теперь на запад. И снова север. Ну, конечно, тут бы еще кусок железа поставить, но нету. Но факт то, что эффект этот я повторил с металлом, но там все-таки не металл, там все-таки камень. Ну, теперь давайте отправимся. Кому интересно, можете мою новую прогулку посмотреть. Я попытался как можно больше снять, более все четко. Солнечная погода, яркая, для съемок отлично. Поэтому, в общем-то, будут те же самые кадры какие-то, и может быть что-то даже и новенькое. Опять я уже доехал, вот тут возле дома стою. Прикольно, кто-то заморочился с камушками, просто жесть. Главное, стоит знак Zutritt verboten. Ага, проход запрещен. Тут в форме грибов такие. В общем, заморачивались тут по полной камнями. Все просто в камнях. Ну, понятно, это просто им так нравится. Жесть. Сегодня я решил забраться на этот мостик. Посмотреть, что тут такое. А тут рабочая узкоколейка. Это вот, видать, по ней катаются тут туристические вот эти паровозики. Этот мостик. И тут спуск к этому мосту. Его я уже показывал. Еще раз покажу, чтобы было понятно, что за мост. Может, кто-то первый раз смотрит. Ну, если что, там предыдущее видео. В общем, ехал я очень... Это я давно знаю некоторые места, где едешь в гору, машина едет очень легко. Или наоборот. Вот, допустим, у нас к Бланкенбургу есть там спуск. Так скажем, он не очень крутой, но тем не менее это отлично видно. Приличный такой спуск. Включаешь нейтральную на машине, а она просто не катится, она начинает тормозить. Едешь туда, она легко едет. И вот сейчас я еще пару участков таких специально. Очень крутой уже довольно спуск. Я выключаю скорость на нейтральную, а машина не катится. Она, в общем, как 70 катилась,
Вот так 70 и катится, не разгоняется совершенно. А спуск очень крутой. Ну, сейчас буду ехать обратно, посмотрю, как она в эту гору будет ехать. А там между вот этими двумя аномалиями тоже там, я еще в тот раз заметил, когда ехал. А сегодня как бы начал обращать внимание это по скоростям, так как коробка автомат, и ну, кто ездит на коробке автомат, чувствует, как машина переключается, когда, да, обороты понижаются, повышаются. Это не старые коробки, на старых там вообще был рывок, сейчас его нету, но по оборотам четко слышно. И там тоже ехал в подъем, она очень легко едет, как будто по равнине, если даже не на спуск. А в тот раз я ехал обратно, я заметил, что она отлично туда катится, а спуска практически не видно. Но он небольшой угол там, но вот такие аномалии тут есть. Интересно, вот я как бы не интересовался, вот что на эту тему официалы пишут, надо посмотреть как-нибудь. Так, идем дальше. В прошлый раз мы шли как бы вниз, особо не запаривались, идешь, смотришь. Сейчас, когда идешь вверх, это уже смотрится по-другому. Такие огромные глыбы, да, и довольно крутой, очень крутой наклон. И тут думаешь, вот лежат они сколько, очень давно, очень много, наверное, и ты не знаешь, какой момент, какой из них может просто оборваться и покатиться. А тут просто тонны эти камни. Один камень там не знаю сколько тонн, но очень много. Интересно. Ну, такое ощущение, как бы нормально все, пока ты об этом не думаешь. Когда ты об этом подумаешь, что вот любой камень может что-то у него там где-то ослабиться, и он может покатиться вниз. Ну, тут деревья как бы. Можно маневрировать немножко, не знаю, насколько это возможно, не пробовал. А кто пробовал? Ладно, идем дальше потихоньку. Решил пойти по старому маршруту, чтобы лишний раз не блудить. А потом обратно уже изменю маршрут. Потому что в прошлый раз мы там немножко блудили, еще дождь был, совсем это как-то не очень приятно. Мой друг Михаил в прошлый раз просил показать эти камни. Дождь почти не видно. Вот сейчас их хорошо видно. Ну, то есть они тут висят чуть ли не над вами. Такие очень огромные. Вон такие камушки. Но меня сегодня одно радует, что я могу. Хорошая погода. Поэтому я быстренько подорвался. Вчера тоже хорошая была, но сильный ветер был. Поэтому вчера я не поехал. Радует то, что я сегодня могу более все тщательно там проверить, посмотреть, рассмотреть. И вот эти вот, я говорил там в прошлом ролике, где трещины там. А они выглядят, как будто когда-то по-сырому просто там начертили вот такие вот стыки. Они выглядят как бы стыки, но на самом деле это было когда-то начерчено. Ну, сегодня мы, наверное, это получше посмотрим. Ну, я вот так сегодня компас положил прямо в карман. И местами нет-нет достаю и проверяю то, что я видел на этих храпящих скалах, правильнее сказать, а не на камнях. Но это, в принципе, не важно. Скалы, камни. И нет-нет, где-то это, в общем, проверяем, есть какая-то разница или нет. В общем-то, уже довольно много я их проверил, нету никакой реакции, поэтому только какие-то, возможно, какое-то содержание внутри магнита. Ну, откуда он в граните, да, и почему он в единичных случаях, тут, конечно, тоже такой вопрос. Ну, на месте еще посмотрим. Ну, сегодня просто отлично. Ветерок такой очень слабенький.
ну, как бы свежо, очень прохладно. Я уезжал, было всего 8 градусов. Я надел одну жилетку, рубаха, жилетка, и все. И вперед. Но мне не холодно, я понимаю, что мне в гору, и потеть тоже не хочется. И, в общем, храпящие камни, почему вот я сейчас шел, думал. Дело в том, что в прошлом ролике я там слышал какие-то звуки. Я не понял, что за звуки. К сожалению, на видео их не слышно. Они где-то как в стороне были. И описать их, с чем сравнить, я не знаю. Но я их отчетливо слышал. Как бы вроде как стук по дереву, но он какой-то немножко странный. Поэтому, ну, есть что-то какое-то сходство, да? Но не совсем. Не знаю, вот как можно звук вообще передать. Его надо только записать. Ну, если сегодня вдруг какой-то звук будет опять, вдруг повезет, я запишу. Но там я пробовал добавлять на максимум, все равно не слышно. Потому что он где-то, ну как, далековато, в стороне был. Поэтому интересное, конечно, тут состояние. В прошлый раз у меня, несмотря на то, что погода была очень неприятная, холодно, сыро, мы промокли по самые коко, да, так скажем. Но тем не менее, обратно я шел, у меня опять настроение поднялось, и как бы состояние такое хорошее было. Сейчас посмотрим еще раз. Во, как сегодня четко видно. И хинтрейлы, и горы, которые от леса немножко подрезали, подстригли. И домики. Ну, низ отсюда, конечно же, не видно. Тут очень круто. Я вот по этим зигзагам поднялся от реки. Ну, красиво, я вам скажу. Вот на таком удалении я нахожусь. Сейчас было приближено, вот сейчас удалил. Там какая-то вышка стоит. Бело-оранжевая, бело-оранжевая. Далеко. Ну, сегодня очень красиво, конечно. Разговора нет. Но в прошлый раз я ее не стал снимать. Мы уже прошли, Михаил потом прикололся, говорит, это лавочка для кого? Для медведей. Ну, реально, мне даже с моим ростом на нее сесть. Сейчас посмотрим, до каких пор она мне лавочка. Ну, почти. Почти. В общем, пробую я на нее сесть. Оп, ну я могу, я как раз вот как раз заднее место как раз у меня садится на нее. Если кто пониже, ему надо либо подпрыгивать, либо не знаю как. Ну, лавочка просто огромная такая. Ну, конечно, на видео это Михаила нету, так бы сфотографировался прям на ней, чтобы было понятно, каких она размеров. Да, по поводу вырубки. Я забыл сказать, вот я не помню, год назад или два года назад, видите, ели стоят сухие. В общем, тут в Харцах что-то произошло, я не помню, что произошло именно точно. Но обратили внимание многие, что вот так деревья все повысыхали. Что-то официальная информация была, но не помню ее. Я понимаю, что, скорее всего, это связано вот с теми подарками, которые вот сверху каждый день. И вы посмотрите, насколько вот на другой стороне лес, он до сих пор вот сухой. Понимаете, все, эти деревья просто умерли. Сколько ели, огромное количество. И вот тут я понимаю, что их вырезать непросто среди вот этих глыб лазить, да? И плюс их оттуда надо извлекать еще как-то. Ну, понятно, лебедками, наверное, таскают, не знаю чем. Не видел, не интересовался. Ну, посмотрите вот на ту сторону, какая часть леса сухая. Она, ну, превышает 50%, это однозначно. И вот поэтому такие тут вырубки происходят. Просто они раз, и я вот не помню, мы ехали,
куда мы ехали, с Михаилом или с кем, смотрели вот эти горы, и они вот так вот, большая часть их, лес вот просто сухой стоит, все вот эти ели, сосны сухие. Ну вот я уже почти дошел до этого мегалитического остатка. Остался у меня последний подъем. Я уже там буду все проверять потихоньку. Сейчас вот эту глыбу заодно проверю. Большую компасом, мультиметром. Красота. Ну, если бы все деревья были зеленые, было бы еще красивее, да? Так, где у нас сейчас север? Я тут хожу, кручусь, верчусь по этим зигзагам. Так, немножко у нас я покрутился уже. Так, смотрим. Ничего не происходит, все нормально с этой глыбой. Идем дальше. На этом стволе вижу, кора как бы вроде бы съеденная. Но дело в том, что я сейчас показывал вот деревья. И вот тут у меня стоят сухие рядом совсем. Сосна, да? Кора целая практически, но она, интересно, она как кусками начинает отваливаться. А на других, на некоторых совсем целая. Ну, посмотрю дальше еще. Что-то более понятно будет. Насекомые или подарки с небес. Корзину я под грибы все-таки не стал брать. Ну и в принципе правильно. Что-то ничего практически не прибавилось. Так вон они только начинают появляться. Ну какие-то, конечно, уже можно брать. Ну, немного. Маловато, во-первых. Я уже практически дошел. Сейчас посмотрим все вблизи под солнечным освещением. Все нормальненько разглядим. Ну что, друзья, добрался я до нее. Сегодня решил немножко с другой стороны посмотреть, как тут все это выглядит. Прикольно, сейчас мы посмотрим все внимательно. Сейчас я поверну камеру. Пройдемся. Ну, компас, так скажем, я не буду всегда показывать. Когда только если что-то найду интересное, тогда буду показывать. Так как бы не вижу смысла. Там на большом камне мультиметр я тоже проверил. Как бы ничего там не было интересного. Все как обычно. Тут сейчас подойду поближе. Тут смотрю, вон там ползают тоже туристы. Сейчас поближе подойду и посмотрю все внимательно там. Ну, тут они так выглядят, как разъехались. Как, в принципе, я в прошлый раз и говорил. Очень сильно поразъехались. Вопрос, от какого воздействия? Что тут произошло? Так, компас, солнце у нас где там? Значит, север где-то с моей стороны. Ничего не происходит. Чего и следовало ожидать. О, ветер тут более-менее. Хорошо, вчера не поехал. Вчера он в городе был сильный. Представляю, какой он тут был. Сегодня там внизу совсем ничего. Ну, много, конечно, тут просто в сторонке валяется. Сейчас туда наверх заползу, включу. Ну вот некоторые, как бы, видать, свалились. И только уже тут на месте они разъехались. Когда-то они явно были вместе. Сейчас с этой стороны посмотрим. Ну тут солнце засвечивает. Сейчас я ближе подойду. Да, на этой камере нереально передать масштабы. Думал, может так. Нет. Тут нужна палка, чтобы это было все дальше. Не получается передавать масштабы тут с этой камерой.
Нету у нее удаления, приближения. Фигня полная, конечно. Так, а тут... Тут у нас есть. Вот так, с этой стороны просто все поотвалилось когда-то. От какого воздействия, мы не знаем и вряд ли уже узнаем. Но нам никто не запрещает фантазировать, правильно? Самое интересное, как-то с той стороны отснять. А как вопрос? Приближу. Правда, опять мне солнце в глаз. Я на мониторе ничего не вижу. Что снимаю? Так, в общем, наугад. Ну вот я совсем близко к ним подобрался. Вид. И как они выглядят вот с торца. Ветер, ветер. Я масло не ем, блин. Такой наклон. Заваливалось все. Сейчас я покажу эти... А, тут я, наверное, не могу спуститься. Это мне надо обойти. Хотя нет, могу спуститься сюда, где мы уже были. И камни. Да, вот, прям на меня смотрит. На нем было когда-то. Даже спускаться не надо. Ты ветер. Подожди, сильно не дуй. Вот смотрите, тут когда-то было как кем-то чем-то вот это все исчерчено. Это что? Для того, чтобы они так лопались вот по этим вот чертежам. Вот сейчас я там еще раз хорошо посмотрю более внимательно. Так, надо... Сейчас я быстро могу что-то, конечно, не увидеть. Опять Михаил, друг глазастый, не со мной на работе. Вернее, ему пол второго ехать уже на работу. Не успеваем мы так сильно рано выезжать, тоже холодно. Да и как бы он во вторую работает, ему тоже не хочется так рано вставать. Зачем ему это надо? Одно дело просто погулять, воздухом подышать, для здоровья полезно. А другое дело, когда что-то надо, и ты рано встаешь, толком не выспался. А он же, его же не зря Михаил звать. Он поспать любит. Так, это было не здесь. А, эти чертежи где-то были там дальше. Сейчас я их найду, все равно покажу. Где-то еще один камень был с буквой Г и прочерками. Я вот не помню где. Надеюсь, я на него наткнусь. Ну, альпинисты тут вот, я не знаю, тут высота-то никакая. Что тут? Вот этих штырей, колец тут понабили. Какой тут интерес? Непонятно. Блин, я тут без альпинистского снаряжения заползу без проблем. Даже в этом возрасте уже. Когда молодой был, это вообще для меня было как зайти по ступенькам. Там такие у нас были на реке Тобол, Денисовки. Куда повыше мы там заползали без проблем на них. Без всякого снаряжения. Конечно, один раз сели на краешек, задумались, посмотрели вниз и подумали, что будет с тобой, если упадешь. И все как-то. Ну, желание
ползать по ним отпало. Понятно, что там лепешка останется внизу. Но пацанов как бы это не всегда срабатывает. Ну вот этот квадратик, он 2 метра. Так, понятно будет. Вот соседний в длину, то уже, я думаю, 3-3,5 метра. Вот этот тоже, но если опять же как с этого угла смотреть, тоже примерно где-то близко к этому. Ну вот тут видно хорошо, вот как прочерчено. Вот тут видно. Вот смотрите, какая ерунда. Вроде здесь чем-то для чего-то, ну как, может для красоты прочертили по мягкому. Когда оно в мягком состоянии было, цельный камень, его вот так исчертили весь. Вообще, может быть, я где-то это уже и видел, но не обращал внимания, честно говоря. Так, а что у нас с этой стороны с компасом? Если взять, например, вот сюда, где черчено, поднести это к северу, но с той стороны, ну, в принципе, это вообще не важно. Так. Ничего. Ничего. Ну, сейчас я где-нибудь еще мультиметром, конечно, померю. Ну, вот на этот козырек, конечно, снаряжение не заползешь, понятно. Так, где же этот был камень с надписью? Вот он один там был, я помню, а вот где был второй, я видел. Второго я не помню почему-то. О, так что я там вижу, качки снять. А, ничего я там не вижу. Ничего там интересного нету. Камень сколотый. Огромный. Вот так тут они. Что у них? Обед или что? Переодеваются, что тут туристы. Ладно, пока выключу. Вот они. Говорил, вот сейчас я его целиком покажу. Это вот слева, вот он, где его черта, вот он идет. Это один цельный камень, одна глыба. И вот это все вот хорошо видно. Вот оно как прочерчено чем-то. Это что хотите сказать, так природа сделала? Это чертили, вот как сегодня делают там, я не знаю, например, в сравнении там штукатурка короед, да, или еще какие-то там разные. Вот они довольно даже есть глубокие. Но это не трещины. Это все цельный камень. Он один цельный камень. Вот такой вот прикол. А вот это уже как напоминает нам мегалитную. О, какие, блин, полигональную кладку. Это слова путаются. Вон тут местами. Вот, раз и пошло. Вот это было прочерчено. А это было положено. А выглядит практически одинаково. Практически одинаково выглядит. Или вот. Вот тут соединение, а вот это вот было чем-то прочерчено. Вот заканчивается, хорошо видно, что тут ничего нету. И даже где-то такое впечатление, что чем-то острым иногда это проделывалось, очень тонким. Много где это я сейчас вижу. Много где ребята эти просто без страховки, они такие ползают, знаете, каких-то.
там называют. Ну, человеки, короче, пауки. Сейчас один парнишка тут лазил кверх ногами. Вот, чуть ли не кверх ногами. Ну, в общем, вниз спиной ползал. Вон там на самой верхней то же самое. В общем-то, много где. Так, ладно, пошел я дальше. Все, тут масштабы я. Кому интересно, кто не видел, каких это размеров, посмотрите предыдущее видео. Ссылка будет в описании. Ну, он даже на земле лежит. Он явно где-то был тут в этом ансамбле когда-то целиком. Ну, когда-то он сюда упал. Ну, тут хорошо то же самое видно. Тут. А там, похоже, стык. Да, а тут стык. И он все равно остался цельный даже на стыке. Несмотря на то, что, похоже, он когда-то отвалился. Хорошо все это просматривается, я вам скажу. Интересненько. Да, тут явно все завалилось. Сейчас я забрался наверх. Вспомнил юность. Заскакал сюда. Быстренько. Отсюда. Вот, отлично. Вот эту можно посмотреть. Чуть-чуть приближу. Так, отлично видно. Потом и самому можно будет хорошо рассмотреть. Потому что когда быстро это делаешь, не все можешь увидеть. Когда, да, в принципе, я об этом говорил, ролик смотришь, потом то там что-то видишь, чего не увидел, когда ходил, то тут. Это прочерченное я уже, по-моему, да, показывал. Но тут все в нет. Тут я понимаю, что блоки очень огромные были. Вот как их тут разметало, интересно. Вот там, оба-на, что я интересно увидел. Сейчас приближу. Это там уже наши так сложили с нашей цивилизацией или как. Сейчас приближу. О, блин, пацанята в кадр залезли. Нам по деревьями. Когда-то что-то укладывали. Ну, вроде тут все, пошел на следующую. Надпись была, по-моему, где-то тут. Сейчас я посмотрю еще все внимательно. Вроде где-то тут была. Решил я все-таки подойти, чтобы потом не жалеть. Недалеко же, почему не подошел? Так у меня бывает, конечно. Поленишься иногда. Ну, это явно наша цивилизация. Камни тут, ну сколько сантиметров? 60-70, и по сравнению с теми, которые я только что показывал, по 3 и более метров. Ну, не знаю, как тут было изначально, хорошо или нет, но какой-то кусочек стены был явно. Для чего? Непонятно тут сейчас совершенно. Для чего, как, почему? Вот на секунду даже пожалел, что корзину не взял. Но, честно говоря, с этими грибами тут как бы особой проблемы нету. Думаю, как поеду за грибами, их тоже можно будет насобирать. Просто они вот уже их как бы прилично попадаются. А вот других съедобных
которые просто покушать, они как-то что-то не хотят попадаться. Ну тут вон, смотрите, целая полянка, сразу можно нарвать кучку такую прям приличную. Вот прям поляночками, он прям под сосенками кучка. И на другую сторону поворачиваюсь, и сразу бамс опять. Вот, блин. Ну, честно, один с корзиной, плюс сумка с вот этими прибамбахами. Не очень, конечно, это все. Да ё-моё, сколько их тут. Прям никуда даже ходить не надо. Иди просто по тропинке вон и собирай. Один, как там говорится, один срезаешь, другой примечаешь, да? Че там они хлопают? Так, добрался я уже опять до этих храпящих скал. Ну и сразу именно не там, где надпись, начну проверять, а просто подойду к первому попавшемуся камню. Так, тормознись. Тормознулся. Ничего. Ага. Ну, идем тогда мы к этому камню. Где это я ушел? Нашел у одного немчика короткий ролик, где он это показал. Попробуем. Ах, тут альпинюги опять ползают. Что это они? Так, тормознись. Тут раз раскачивался, я его никогда просто в руках не держал, не знал, что он так в руках качается сильно. Так, смотрим. Блин, как у меня на подоконнике, точно. Представляете? Причем, смотрите, он не везде, да? Один камень. Оп, а тут вот. О-о-о-о. Вот еще место. Но камень тот же. А теперь нижний проверим. Так, наверное, плохо видно. Сейчас я приближу. Что-то я забыл. На это. Смотрю так не на камеру, а на компас. Поэтому... Поворачивается. А, тут нет, местами главное. Местами. Кто там, внутри магнит местами? Или как это понять? Где же я видел вот это Г с прочерками? Так, ну в этом месте до самого верха. Ой, дальше я не вижу уже, но вижу, что не повернулась стрелка. А тут, хоп, внизу, все, вернулось. Нормальное положение. Чуть-чуть поднял, помс, ну и повернулась на юг. Но не везде. Вот еще здесь что-то на 90 градусов. Вот, 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 есть, 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 нету. Ха. Вот такая вот петрушка. Но сейчас на этом камне я еще мультиметром замерю. А, вопрос, как это сделать, интересно. Сейчас я посмотрю. Ну, показывать не знаю, мне некуда тут поставить.
Так что придется поверить или не поверить. Ну, в общем, происходит все то же самое, как и в предыдущем ролике, только значение ниже. Допустим, взял там где-то 20-25. Ну, каждый раз берешь немножко по-разному верхнее значение, потом падает в самый ноль, прям в ноль. И затем потихоньку начинает опять возвращаться примерно до 20. Если в тот прошлый раз, когда дождь был, это все было прыгало, как бы очень быстро происходило, и значения были больше, то сейчас это происходит очень медленно. Вообще прям медленно-медленно стоишь, прям одно значение, там 2-3 секунды только, несколько бывает секунд. И потом следующее, ну как бы, сейчас пойду наверх схожу, еще немножко похожу вокруг, компасом поиграюсь. А, не могу вспомнить, где же был еще такой камень, блин, и у меня видео, я уже их все отсюда выдернул. На компьютер вот такая надпись еще одна была, а где, не могу вспомнить. Ладно, ну по крайней мере сегодня я еще раз так покажу немного. Сегодня это дождя нету, все гораздо лучше видно, как они тут красиво лежат. Причем там вон, да, вот он вышел, камень на видео, может быть, он не такой уж большой, но он в длину, вот угол торчащий у него явно там более 2 метров, а вот ширину получается, высоту, то есть как раз пару метров. Ну такие камушки, ой-ой-ой, я вам скажу, большие, что тут сказать. Да, надо кого-то попросить еще фотографию сделать где-нибудь. Сегодня у меня одна рука свободная. Я, наверное, вообще без проблем могу до самого верха зайти и все это отснять. О, вот тут близко можно подойти. Тут я не подходил в тот раз. Так было мокро. Сейчас я подойду и тут покажу, как тут. Ох, какие огромные ступеньки. Даже для меня очень огромные. О, забрался. Как это вам тут? Как смотрится? Действительно, думаете, это природа так слепила? Вулканы, наверное, да? Но вы знаете, есть у меня серьезные сомнения. Думаю, не только у меня. Вообще прикольно, особенно вот эта нижняя часть. Ну это вообще прям... Нижняя часть — это просто что-то с чем-то жестко. Ну посмотрите, как вот так я весь кадр сейчас возьму. Дальше отойти не могу, там уже у меня за спиной пропасть. Поэтому вот так все максимум. То, что я могу снять одним кадром. Ну тут в принципе то же самое. Вот просматривается, нету стыка. Вот видите, и тут нету стыка. А если мы сдалека посмотрим, как будто это отдельные камни. А это один камень. Это весь вот до самого низа один камень. И его стык. Вот он где стык. И то под вопросом. Что-то я сомневаюсь. Что-то тут вроде как тоже прочерчено. Вот это вот глыба туда дальше. Не знаю докуда. Это все один цельный камень. Обалдеть. А вот это уже похоже вот такой узенький, наверное, облицовка была. Представляете, тут я в тот раз на это не обращал внимания,
Но это один камень, один цельный. А смотрится как... Ну, смотрится это красиво, да? Но это похоже, как сегодня местами делают тоже под камень. Начертили, начертили, вот вам и камень. Тут то же самое. Так, сейчас люди спустятся, я пойду наверх. Ну, а теперь мы пойдем наверх и посмотрим, где мы столько таких много можем увидеть. Вот я уже вижу то же самое. Потом раз, вроде похоже на стык. Потом местами пам-пам начерчено. Вот опять. И опять стык. И, в общем-то, не зря я второй раз вернулся. Уже ты понимаешь больше, что тут не просто их ложили как полигональную кладку, но тут еще что-то на них рисовали, чтобы они выглядели как камни меньших размеров. Представляете? Но это сегодня делается, допустим, штукатурится стена, и на ней чертятся тоже камни. Где-то альпинисты тут выдалбливали. Но тут я вижу в основном, да, в основном стыки. Тут вроде не начерчено. Ну да, если это была какая-то середина часть, да, не крайняя, то тут. А вот это, возможно, где я подходил, был край. Хотя вот тут тоже я вижу вот кусочек на одном камне. Так, опять сверху идут. Сейчас подождем. Ну, хотя они пока спустятся. Так, покажу сверху немножко. Ну, вот этот вот камень, вот он где-то, я на нем стоял, снимал ту стенку, кладку хорошую. Он где-то около 3 метров, чтобы понятно было. Если вот этот внизу огромный лежит, то он явно 4 метра, если не больше. Вот этот вот. Это совсем огромный камень. Вот тот вот, вот этот вот, тоже 4 метра примерно. Ну, как-то вот так. Так, поехали дальше. Посмотрим, что там у нас интересного. Ну, тут как бы не очень удобно, конечно, снимать все это по ходу дела. Тем не менее, чуть-чуть возможно. Все тут. Да. Вот эта трещина. В прошлый раз так пацанов надо пропустить, торопятся куда-то. Так. Ага. Просто глыба так отъехала. Ну тут они, похоже, почти все разъехались. Вот тут вот эта часть сильно разъехалась. В общем, что осталось, вот вот этому мы сейчас тут ходим по этим остаткам. Тут прилепили когда-то ступеньки. Ну, судя по ступенькам, понимаю, что еще предыдвери. Ну, они вполне в приличном состоянии. Что-то бурили, ручку приделывали или что. Ой, очень большие камушки, на них даже встать очень тяжело. И вот тут я показывал в прошлый раз, но сейчас это лучше все видно. Вот тут как что-то развалилось, прям осыпалось. Видать, отсюда что-то упало, потом что-то сюда, вот так выглядит. Ну, прикольно. Ну тут вот накрашено, сейчас я тут компас поднесу. Зря они накрасили или нет.
А в принципе, так, север, правильно. Где у нас? Нету реакции. Это вот надпись, для чего тут сделано. Опа. Это типа герба или непонятно. Вот тут камушки уложены. Так, выходим на самый, ну тут вот часть, вот она вся отъехала, похоже, вот под ступеньками хорошо просматривается. Вот прям отъехала сюда, и тут все, похоже, обвалилось. Куча усыпалась, вот эта глыба тоже немного отъехала. Все, забрался я на самый верх. Там уже мне на пятки наступают. О, сегодня-то хорошо все видно, да? Красота, лепота. О, шишки на самом верху ели. Вот она. Я, получается, выше ее стою немного. А ель-то сухая. И посмотрите, сколько их. Тут сухих очень много. Вот та гора, вот еще выше. Тут Михаил говорил, сколько, забыла, 671 или 761, что-то такое, над уровнем, да. А тут, вот там мы видим. Это будет еще выше. Ну вот одна ель, очень. Нифига себе, какая она высокая. Она чуть-чуть выше меня даже. Ну, буквально где-то на метра полтора, может, два от силы. И вот еще одна ель выше. Ну, все, пошел, а вокруг еще разок обойду. Может, что-нибудь интересное увижу. Ну, какая огромная трещина. Ну и, конечно, тут и камушек, соответственно, не маленький. Явно он намного больше меня, в смысле, выше. Тут сейчас посмотрю, он стык или не стык. Ага, стык. Это стык. Это два, получается, тогда. Местами даже не поймешь, стык или прочерчено так. Камни огромные, конечно. Ну что, вот еще отчетливо стык. И вот тут, чем это было сделано. Смотрите, как нарезано, да? Или просто чем-то по-мягкому было проведено. Причем же, вот, раз, два, три. Это не стыки. Это было чем-то сделано так. Интересно, интересно. Вот, отвалился откуда-то блок. Он тоже весь так изрезанный, исчерченный, да? Так, ну-ка повернись. Вот, видите? Это четко видно, что нету тут никаких ни трещин, ничего. Чем это, типа, ветерком, да? Дождиком вот так вот. Ровненько было сделано. Обалдеть просто. Интересно. Так, а тут я спущусь, нет? Наверное, спущусь. Ну, в общем-то, сейчас я посмотрю на вот это вот все дело повнимательнее еще немного. Сейчас я приближу как раз. Там вот дерево высохло, хорошо сейчас просматривается. А, блин, камера куда-то поехала опять. Так, мне надо сделать вот так, выровнять. Вот так. Блин.
вернись. Вот так, да-да-да-да. Вот так. И еще чуть-чуть. Ну там все уложено, укладено просто идеально, я вам скажу. Ну и не только там, вообще везде все это так смотрится интересно. И вот в прошлый раз я тут посмотрел, но как-то не понял. Я еще так остановился же на этом. Но обратил внимание только это уже дальше, вот на эти вот все зигзаги, да, которые не являются трещинами. А тут их как бы много таких. Так, самое интересное, я не помню, не могу вспомнить, где же надпись. О, корень как. Тут явно не так давно булыжник. А куда он? Интересно, а куда он отвалился? Куда он делся? Тут же что-то под деревом было, под корнями, видите? Корни на чем-то были. И потом что-то тут отпало. И сейчас даже невозможно понять, что тут отпало. Ну, сейчас я покажу все, что рядом. Просто нереально понять, что тут отвалилось оттуда. Но явно под деревом что-то было. Дерево, в общем-то, на честном слове сейчас держится. Да, сегодня отлично это все видно. Более лучше видно, чем в прошлый раз. Красиво, интересно, загадочно, мне нравится. Так, а ну-ка, здесь я компас. О, микродозинг опять, сколько много. Там, там, не шатайся. Ну, тут, в принципе, вот так надо ходить. По всем камнями, где-то может быть на что-то наткнешься, еще не только на тот камень. Да, наверху, не наверху самом, там, блин, люди пришли, и я забыл мультиметром померить на самом верху. В общем, спускался и на середине примерно померил, а там показания гораздо выше, чем вот тут внизу. Если у меня внизу сегодня там в районе 20-25, но опять же они вниз, потом вверх, а там они стабильные, в районе там 45 стабильно просто держится. А вот там угол, смотрите, какой интересный, какой он, ну просто невероятно ровный. Вот так. А это что, природа так сделала, да? Ну блин. Альпинистка ты моя, скалолазочка. Ползают альпинисты там. Тут что-то с правой ползались. Ich wollte nicht mehr. 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 Ich
Камни, скалы, храпящие. Я таки не понял, храпящие от того, что тут шум какой-то иногда, или от чего? Почему они храпящие? Тут мне непонятно. Где мой компас? С этой стороны. Хотя, я понимаю, что тут надо, как я уже сказал, ходить просто и все проверять. Нету реакции. Ну ладно. Вот. Убедился я в этом самом, что мне интересно было попробовать везде походить. По всем камням. Не только вот там. А вот где второй написано, я так и не вспомнил. Возможно, тот камень также реагирует. Но, в принципе, скорее всего, подозреваю. Так оно и есть, потому что на этом камне, на написанном, происходит эта реакция. И там вот я показывал, где то ли металлическое, то ли бронзовый такой клин. Там, в принципе, то же самое. Да, если тут камушек отвалится какой-нибудь... Ну, сразу понятно, что будет. Ну, а так ходить полностью, все проверять, ну, это как бы несерьезно. Стой. Ну, почему-то сейчас он неправильно показывает. Север где-то там, а он неправильно сейчас показывает. Или... О, нашел еще реакция. Так, сейчас приближу. Так, где стрелка? Видно? Вот смотрим, сейчас установлю ее. Она вообще показывает сейчас на восток. Хотя она должна налево показывать, на север. Вот она показывает теперь на юг, зелененькая. Она должна на север показывать. Теперь поворачивается как. Ну вот я еще одно аномальное место нашел, видите? Потому что поднес, сразу вижу, что север-то я вижу, что не там. А он показывает у меня на запад, а не на север. Вот сейчас вроде вот-вот-вот-вот уже к северу подходит. Видите? Весь камень аномальный полностью. Вот сейчас он правильно показывает. Ну и поехали, 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 поехали. Потихоньку поворачивается, вот на меня это получается на запад. А тут где-то был юг уже. Вот он практически. А, вот он юг. Сейчас на юг повернулась стрелка. И теперь повернулась на восток. То есть она дает 300 все полностью круг, понимаете? Вот на этих двух камнях. Вот и возвращается опять на север. Я как говорил, тут надо это, ходить вокруг всех камней и смотреть. Потому что вот сейчас она опять прыгнула на восток. Немного, ну почти полностью. Есть аномалии тут повсюду в этих камнях. Ну, мы же не знаем, что там внутри этих камней, да? Гранит-то гранит, но может быть там какое-то содержание, не знаю, чего-то магнитного. Поэтому и происходят такие аномалии. Или кто его знает, что еще? Не знаю я, что еще может быть. Ну, вот тут есть, вот он сейчас на меня повернулся, на восток, стрелка. Ну, тут много, я так понимаю, их этих камней аномальных, скорее всего. Ну ладно, мне хватит для
какого-то понимания более-менее достаточно. Ни один, в общем, камень, не только где написано, там, блин, в общем, не те, которые помечены, вот там камень есть. И потом, если по всем вот их пройтись наверх самый, тут сколько их можно найти, может быть, где-то там внутри, может, эти камни с чем-то взаимосвязаны. А тут гадать можно очень долго. Ну, все, на сегодня. Пошел и обратно, там немножко маршрут изменил, может быть, еще что-то интересное увижу, не знаю, пока не могу сказать. Будет чуть-чуть маленький кусочек маршрута, а будет другой. Все, пошел я. Тут, конечно, в горах хоть разорвись. Дело в том, что в прошлом ролике мы пошли туда вниз, есть еще одна тропинка. Там я видел еще одна, туда дальше уходит. И даже за два раза. Я понимаю, я сейчас пойду, если вниз, значит, там, где, куда я сейчас хочу сходить, туда я не попаду. Если я пойду туда, то, конечно, я сюда не попаду. И та, которая слева, я тоже не могу туда. В общем, надо много посещений сюда, но... Не знаю, приеду я сюда еще нет, сомневаюсь, конечно. Двух раз, думаю, с меня достаточно. Хотя, кто его знает, тут вот, в принципе, можно приехать, если туда по лесу пойти, хорошо погулять, можно где-то и грибов насобирать. Вообще, такие, конечно, так, получается, у меня мои... Вот эти вот проверочки все вот этих зон там аномальных, где мы подзаряжаемся. Еще один приборчик добавился, мультиметр. Ой, мультиметр, говорю, компас. Теперь надо с компасом еще посмотреть другие объекты. Где-то, может быть, будет что-то подобная реакция, потому что в Тале я ходил, много где находил в гранитных камнях. Торчали такие металлические вставки. Ну, выглядят они как штыри. Несколько штук я там видел. И я их видел аналогичные в нашем соборе в городке. Тут вниз пошла. Вроде как дорога, не дорога, тропинка. Тут какой-то тягач проходил. Лес, наверное, тягали. И, в общем-то, в этих местах тоже можно проверить, посмотреть. В соборе, например, походить с тем же компасом, посмотреть, будет ли где-то какая-то реакция. Если там магнетроны, да, может быть, конечно, если какое-то магнитное поле, может быть, есть, конечно, взаимосвязь какая-то, и компас может, соответственно, реагировать. В общем, надо будет походить еще, все это посмотреть, все это дело. Может быть, еще какое-нибудь понимание будет складываться потихоньку. Что с этим потом делать, мы посмотрим в процессе. Все, идем до следующего интересного чего-нибудь. В прошлый раз я смотрел вот на те домики. Подумал, что возможно для туристов. Ну, дождь был, плохо было видно. Сейчас-то я вижу, что они довольно большие для туристов. Скорее всего, это типовой проект какой-то. И понастроили такую кучку одинаковых домиков. А вот там вот слева наверху, видите, просека прорезанная. Ну, она довольно такая, скажем, кривая. А вот которую я в прошлом... ролики показывал, она очень ровная, идеально прям ровная. Кстати, на той стороне я вижу подобные мегалиты, вот остатки. Сейчас их четко видно, вижу, и похоже, придется мне еще раз сюда приехать и пойти на ту сторону и там походить. Интересно, там их много, я смотрю. Я вижу отсюда, сейчас скажу, раз, два, 3, 4, 5, ну как минимум штук 6-7,
Ну, о, куда-то у меня камера уползла, я туда смотрю, не на камеру. Вот сейчас они по центру находятся. Штук 6-7, наверное, интересных тоже подобных. И одна вот стоит, ну, прям вижу отсюда даже, так сдалека. Там очень ровная стена, похоже. Хорошую погоду, конечно, интереснее. Вот сейчас я, если бы в тот раз мы не в состоянии были увидеть, мы там паровоз пытались рассмотреть, и вот эти вот сооружения мы вообще не видели, остатки, так скажем. Ну вот так это далеко находится. Ну как бы зрение у меня далеко, я вижу очень хорошо. А вот близко, ну, уже плюс один. Ну, как бы держится уже больше 10 лет, плюс один. Занимаюсь я, конечно, это периодически делаю гимнастику для глаз. Кто не знает, есть гимнастика, посмотрите, в Ютубе тоже наберите гимнастика для глаз. Там много разных вариантов. У меня, допустим, перед сном я часто делаю, ну, бывает с утра там, на работу пришел, есть время посидеть, сел и проделываю это. Вышел на какую-то дорогу, правда, вот не уверен, правильно я иду или нет. Какое-то здание, ну тут какой-то поселок вообще. Спустился чуть-чуть левее, пошел. Обалдеть, как тут строили. Такое огромное здание, похоже, заброшенное. Обалденное здание. Или его ремонтируют. Ну, вообще-то ничего не видно. Походу нет, не ремонтируют. А здание огромное. Ну, как бы тут неплохо жить, да? Ну, вот. Куда-то добираться отсюда, особенно если выпадет снег, вообще веселуха. Так, мне надо до реки спуститься, чтобы не заблудиться. Вот, там вижу какой-то знак со стрелкой, наверное. Надеюсь, там будет написано что-то. Ну, в общем, дома где-то как-то глубоко, там один наверху стоял, ну, я прошел под его стеной, там ничего не видно толком. Думаю, не стал включать. Там он еще один выше домик. Тоже непонятно, живут в нем, нет, крыша вроде новая. Что-то в окнах я ничего не вижу. Аусфарт написано. Ну, в отличном состоянии, наверное, живут. Паусфорт нам не нужен, нам Аусганг нужен, но, в принципе, по Аусфорту мы тоже. Ну, вот тут, нифига себе тут, блин, как они сюда ездят, если снег выпадет, даже не представляю, там тупик. А куда этот дорога-то, где на Аусфорт, я не понял. Если прямо тупик налево, что ли, то я, похоже, заблудился немножко, друзья. Вот, блин, а дома тут, я вам скажу, офигенно здоровые, причем, вот, можно сказать, это что у него, получается, 3 этажа, а подвал есть, нет, интересно, дома большие, ох, как я быстро иду, ну, там тупик, может быть, это, для пешеходов-то есть проход, нет? Мне к реке надо и вдоль реки вниз надо. Не хотел бы я тут круги нарезать вот по этим дорожкам. По-моему, там есть проход. Там сзади машина, куда он поедет, сейчас посмотрю. Так, точно, как я и подозревал. Он налево поехал. Но я попробую тут проскочить. Может быть, тут фусфек есть. Ну, в смысле, это тропинка. Да, вижу перила, похоже, что проход есть. Я же не на машине, пешком, мне можно проскочить.
Ну, дома тут вообще мало где видно. Там парковка. Вот такие мощные, внизу каменный гранит. Ну, тут с гранитом проблем как бы нету. Там кафе, похоже, внутри. Так, вот тут стал вопрос, налево или куда? Наверное, все-таки тут по низу мне придется идти. Понимаю, что мне надо вдоль реки до того мостика выбраться. Да, вот тут, наверное, есть вроде дорожка. Есть, это уже хорошо. Но, честно говоря, вот там мы шли с другом, и сегодня я поднимался. Там, получается, я спускался так долго, а тут, да, вот Эллен 2 километра. А тут, получается, я спустился совсем фигня. Как-то, получается, я еще нахожусь, эта деревня довольно высоко. И вот эта вся дорога, которая впереди меня, ну да, вдоль реки она будет идти все время вниз. Ну, посмотрю, может, что-нибудь интересное еще увижу по дороге, покажу. Тут вот такой дождевой слив. А вот тут внизу самым генератор поставить, будет здорово. Будет как дождь, так будет у вас халявное электричество. Погода сегодня, конечно, прелесть. Река журчит. Где-то камни вон даже уложены. Кто-то тут заморачивался, немножко обкладывал. Ну тут, похоже, тоже какое-то обрушение было. Все в гигантских глыбах. Причем какие-то блоки довольно такие прямоугольные. Да, меня теперь, конечно, заинтриговал вопрос, почему вот я когда смотрел вот эти вот остатки, почему на противоположной горе о них информации что-то я не встречал, а они должны быть, по идее, как бы вместе попадаться. Но ничего, вот если бы я сейчас своими глазами сегодня не увидел, то я бы и знать про них не знал. И вряд ли бы я их когда увидел, а так есть большая вероятность, что скорее всего я их увижу когда-нибудь хорошую погоду. Еще разок можно будет приехать и сходить туда посмотреть. В принципе, недалеко, там где-то 35-40 километров. А тут так темно, как в сказочном лесу. А кабаны тут, похоже, бегают по ночам, что-то рыщут, собирают. Вот так вдоль дороги идешь, ну тут мало, чуть-чуть ископано. А местами прям сильно изрыто. Кабанчики, видать, тут шуршат. О, хорошо в лесу, мне нравится. Ну вот, друзья, вижу я уже беседку. Заканчивается мое путешествие. Быстро довольно я в этот раз вернулся. Ничего больше интересного тут не увидел. Вот он, мостик. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть вот те мегалиты, которые я там наверху показал, которые, если на другой горе, и их там гораздо больше. Плюс, конечно же, многое проверить компасом и мультиметром, посмотреть, где что там интересное можно увидеть. Ну, поставите лайк, я не обижусь. Не понравилось — поставьте дизлайк, я тоже не обижусь.
на злостные комментарии я тоже не реагирую, но если они только без ругательных слов, без матов, если ругательные слова, то есть кто-то переходит на личности, начинает обзываться, неважно, матами или другими выражениями, эти будут заблокированы. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.